Вы знаете, весьма неоднозначная посылочка приехала ко мне вот прямо сейчас. Это достаточно интересный смартфон за 2016 год. Много в нем, скажем так, вопросов. Вот решил заказать для того, чтобы высказать свое мнение об этом смартфоне. Это новое видео на канале Gadget Money. Мы начинаем. Поехали! Друзья, большое спасибо, что смотрите, большое спасибо, что ставите лайки. Продолжать также в этом духе будет очень-очень хорошо. Итак, посылочка с сайта JD. Обязательно оставлю ссылки. По названию вы, конечно, уже поняли. Это iPhone S3. Достаточно неоднозначный смартфон за 2016 год. Многие его очень сильно ругают, многие также его очень сильно хвалят. Но это один из самых таких первых недорогих безрамочных смартфонов. Давайте откроем. Посылка шла 25 дней. Как хорошо быть ютубером, потому что ты записываешь видео для того, чтобы, в принципе, рассказать своим зрителям о том или ином товаре. Плюс вот с такой доставкой, то есть здесь, походу, ходили, но пломба JD не нарушена, поэтому ее отрезаем. То есть всегда получая посылки, даже если вы не выпускаете ролики для своего канала на YouTube, обязательно делайте это для того, чтобы в случае чего подтвердить те или иные проблемы. Ну что ж, 25 дней, вот такая вот пупырка. Знаю, смотрел кучу обзоров и распаковок на данное устройство. Здесь должен быть телефон S3, это модель от компании, соответственно, iPhone. Безрамочный смартфон, поставляется вот в такой вот пластиковой коробочке белого цвета. Давайте посмотрим на саму коробку. Имеет краткие технические характеристики, можете поставить на паузу и ознакомиться с ними. В принципе, прикольно, когда подается не совсем дорогое устройство в достаточно качественной упаковке. Итак, давайте посмотрим, у нас есть прям лейбочки о том, что это все телефоновское, до этого не открывалось. Я обязательно протестирую, постараюсь до Нового года этот смартфон и в хвост, и в гриву, как говорится, и постараюсь выпустить видео с большим примером фотографий. Обязательно протестируем на этом смартфоне быстродействие. Данный смартфон приобретался на JD в распродаже, скажем так, в дни распродаж за, по-моему, $90, если я не ошибаюсь. Что ж мы получаем за эти деньги? Мы открыли коробочку, перед нами, собственно, сам смартфон вот в такой вот пластиковой подложке. Здесь у нас есть краткое руководство на английском и на, кстати, русском языке, надо будет ознакомиться. Вот такой вот блочок зарядного устройства с силой тока, по-моему, 5 вольт 2 ампера. Да, 5 вольт 2 ампера. Скрепочка для извлечения лотка, для сим-карт. И всеми уже, скажем так, хваленый вот такой вот кабель. Он имеет сечение в виде сантиметра, лапшевидный. Что-то какое-то все немножко, знаете, как будто вот они спешили, упаковывали. Все хорошо, все прекрасно, но почему, ё-моё, такое все грязное? Немножко грязное, да. Вот честно, как будто бы, не знаю, что происходило. Очень спешили упаковать, то есть очень спешили много произвести этих смартфонов, там, для распродаж или еще для чего-то. Так, друзья, на этот смартфон жалуются по нескольким причинам. Это неоднозначная батарея, в первую очередь, и неоднозначный экран, то есть он не такой чувствительный, как хотелось бы. Давайте посмотрим. Транспортировочная пленочка вся такая немножко подубитая, подуставшая. Ну что ж, приятно держится в руке, буквально несколько секунд я его вот так вот держу. Диагональ дисплея настолько комфортная, то есть это 5,2, если не ошибаюсь, да, дюйма. Очень комфортно смотрится и держится в руке. Что мы имеем? Мы имеем следующие параметры. Это достаточно прикольный металлический корпус. Сканер отпечатка пальцев на задней стороне. 13-мегапиксельная камера. 5-мегапиксельная фронтальная камера. Есть у нас прорези для динамика и микрофона. USB обычный, не Type-C. На левой грани лоточек под сим-карты. На правой
клавиша включения-выключения. В черном цвете смотрится очень хорошо. Кнопочки у нас не люфтят. И кнопки, как я понимаю, здесь на экранной. Давайте посмотрим, может быть, он заряжен и включится прямо сейчас. Нет, к сожалению. А, нет, заряжен, смотрите, включается. Наверху у нас 3,5, снизу я вам уже показывал. Ну что ж, металлический. Я говорю, такое ощущение, как будто, знаете, китайцы очень сильно спешили. Компания Lifon. Если вы вдруг когда-нибудь посмотрите данное видео или представители компании, обязательно обратите внимание на сборочный цех. То есть здесь наклеена пленочка, да? Я реально понимаю, что она, скорее всего, будет сниматься, потому что пользоваться такой пленкой практически невозможно. Дисплейчик у нас включился. Да, друзья, на самом деле ощущается безрамочностью. Попахивает здесь безрамочностью. Первое впечатление, когда смотришь на этот экран, он очень яркий. То есть цвета на нем выглядят на самом деле действительно красиво. И практически отсутствуют рамки. Друзья, мне здесь говорили, и я вот этот факт подтверждаю, то есть идет вот такое вот, знаете, закругление, не как, допустим, на брендах у тех же Samsung, а здесь такой лесенкой. Звук вы слышите, да, блокировки? То есть закругление лесенкой. Так, как же мы включаемся? Так, это все включаемся. Ну вот смотрите, друзья, смартфончик включился, я не знаю, может быть, его, скажем так, тестировали перед отправкой. Ну, вот смотрите, да, может быть, это причиной тому. Пока рано делать, конечно, выводы, но я реально понимаю, что, скорее всего, здесь действительно не зря люди говорят, то экран здесь в некоторых моментах. Вот видите, что происходит с рабочими столами. В некоторых моментах он не такой чувствительный, как хотелось бы. Вот реально не такой. Так, если у нас русский язык из коробки, я думаю, да, есть. Потому что, как это так, продавать на JD без русского языка? Скорее всего, здесь все языки поддерживаются, в том числе и русский, да. Совершенно верно, русский есть. Ну что ж, давайте посмотрим на камеру. И, в принципе, на этом распаковочка, наверное, будет закончена. Потому что остальные какие-то выводы делать. Экран здесь действительно мне нравится. Очень яркий, хороший, никаких проблем. Единственное, что с чувствительностью надо будет разобраться. Так, давайте зайдем в настройки, посмотрим, стоит ли у нас стабилизация. Даже есть камера со стабилизацией 13-мегапиксельная, как я говорил ранее. Размер фото 13 пикселей. Вы знаете, мне приходится немножко жестче, точнее тверже нажимать, жестче, да, наверное, так правильно будет выразиться, сильнее, вот, слово-то, за господи, забыл, сильнее нажимать на экран для того, чтобы произошло срабатывание. Ну что ж, тихо, подожди, мы еще не начинали фотографировать, а ты уже фотографируешь. Ну, по первым ощущениям, камера как камера. Друзья, $90 это сейчас уже в районе 5000 рублей. В принципе, даже если вы не хотите ждать, если вы хотите уже сейчас, мое мнение, стоит или не стоит телефон данных денег. Металлический корпус, сканер отпечатка пальцев, неплохая по первому снимку камера, яркий дисплей, но будьте готовы, что он не совсем чувствительный, как хотелось бы. Поэтому $90 за этот смартфон, даже $100 за этот смартфон, который когда-то стоил $170, это очень-очень хорошие деньги. Большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Это была распаковка Lifon S3. Смотрите другие наши видео, обязательно подписывайтесь на канал, проходите в группу ВКонтакте и смотрите эти видео, которые сейчас у вас прямо всплыли в подсказочке. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.